Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 448. Известно, что 4608 разделить на 48 равно 96. Чему равно значение выражения? И первое выражение такое: 96 умножить на 48. Ну, по определению операции деления разделить одно число, в данном случае 4608 на 48, означает найти такое число, которое, будучи умноженным на число 48, даст число 4608. Но это как раз число 96. Значит, 96 умножить на 48 равно 4608. Второе. 4608 разделить на 96. Воспользуемся еще раз определением операции деления. Разделить одно число на другое означает найти такое третье число, которое, будучи умноженным на второе число, то есть в данном случае на число 96, даст нам 4608. Но такое число 48. 48 умножить на 96. В первом пункте мы доказали, что это равно 4608. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.